Наверху чисто. Берт, что там с этим БТРом? Да хреново с ним. Диск сцепления накрылся, придется снимать маховик. Эй, Берт! Карданный вал, хорош. Их черт. Давай, чини! А, ладно, понял. Хорошо, сделаю. Почувствовал? Будет еще одна дыра.
Там подвал, пошли. Ничего не поделать. Пошли. Сила копать. Проверьте патроны. Джека! Подключись и начни искать.
Только ходов это как соты. Вся планета пронизана ими. Они повсюду. Я так понял, данных хватает, и мы свое дело сделали. Более чем. Тогда сваливаем. Считывай данные. Не могу. Файлы слишком большие для нашего канала. Тогда мы возьмем их с собой. Джек, сливай данные. Есть, но нам нужно время. Эй, мужики, мы тут вообще-то все еще воюем. Помогли бы. Где вы есть? Передняя часть дома, второй этаж. Мы уже идем. Отлично. Помогли бы, а? Глаз!
Осколочная! Перезаряжай! Скачал данные. Так, времени в обрез. Возвращай. То, что я чинил, спасибо мне. Осколочная! Было. Не могу прицелиться.
Минус один. Круто! Маркус, Джек скачал данные. Так, времени в обрез. Возвращайся. Тот, что я чинил, спасибо мне. Бомба в поезде? Так точно. Командование выбрало главной целью эмульсионный сток. Поезд доставит бомбу туда, остальное сделают ваши данные. Ну и куда направляемся? Ваше рандеву с поездом на станции Тингат. Понял. Конец связи. Берегись! Держись! А, черт! Вот. Так, надо опустить мост. Паэрт, ты со мной. Дом, Коул, вы прикрываете. Быстрее, старик. Брумок был прямо за нами. Что-то здесь явно не так.